Мої вітання, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь телеканал «Медіа Інформ». У студії для вас працює Вікторія Сенько. Ну що ж, уже за декілька кроків і новий 2022 рік. Хтось, я думаю, вже з вас і ялинку новорічно поставив у себе в квартирі чи будинку. Хтось, напевно, вже і рідним та близьким своїм купили подарунки. І ось, знаєте, найголовніша тема, найголовніше питання – а що ж нам ставити на новорічний стіл? Як він має виглядати? Та й взагалі, як відсвяткувати зимові свята таким чином, аби потім тобі, як то кажуть, не аукнулось, щоб і було потім тобі легко і добре? На ці всі запитання, і не тільки, ми поговоримо з нутриціологом, консультанткою з питань харчування Христиною Гриненко. Пані Христино, я вас вітаю. У нас у студії. Скажіть, будь ласка, а у вас взагалі зараз присутній новорічний настрій? Є така певна, знаєте, напередодні свята, ось ця новорічна атмосфера, вже йдуть у вас приготування і так далі. Чи, в принципі, це для вас звичне свято, нічого такого? Тому що, знаєте, люди після таки діляться на одну сторону і на іншу. Я, если честно, достаточно спокойно отношусь к этому празднику. Мне, естественно, нравится сама эта приятная атмосфера, но у меня это не затягивается на недели какие-то. А вот я люблю саму новогоднюю ночь, там, первое число ночи тоже у меня ассоциируется с праздником. А как бы все, что до и после, это обычные дни, которые у меня не сопровождаются какими-то там излишествами в плане питания, или какими-то, ну, просто обычно праздники, да, у нас ассоциируются с какой-то вкусной едой, поэтому я сразу на этом делаю акцент, что как бы для меня это просто обычные дни. Так, більше того, окрім новорічної ночі, коли ми так і готуємо, і напої закуплені, так і безліч просто, незліченна кількість різних страв, починаючи від м'яса і салатів з майонезом, і обов'язково це все повинно бути у так центрі столу, це олів'є, без нього ж ніяк. А далі у нас після зустрічі Нового року, куди ми йдемо? По рідних, близьких, друзях продовжувати святкування. Отож, яким чином, знаєте, вберегти себе від переїдання? І взагалі, знаєте, це, напевно, топ-питання, яке буде хвилювати людей, ну, напевно, до 10 січня так точно, якщо люди ще не будуть 13-го зустрічати Старий Новий рік, розумієте? Давайте розпочнемо спочатку, напевно. Ось зараз у нас будуть приготування триватися. Зараз люди більше акцентують увагу, аби скласти новорічне меню. Як ви порадите, що ви, точніше, порадите, аби новорічний стіл був, і знаєте, і можна було і смачно поїсти, в принципі, але і без шкоди для свого здоров'я? Смотрите, основна ошибка новогодньої ночі заключається в тому, що чоловік не їсть цілий день. И ждет вот этого вечернего застолья, чтобы так, осталось так. Место попробовать все, и не только попробовать, а еще и все это залить шампанским или другими спиртными напитками, и потом еще утрамбовать все, что туда положено. А потом еще и десерт, так? Да, да, и мандаринки. Поэтому начать надо с того, что в этот день питаться так же само, как и в любой другой день. Вы можете позавтракать, пообедать, вполне неплохо в часов 7 поужинать, и в 10 вечера, например, ну в основном, да, все же садятся к 10 за стол, 10, 11. Так, проводжати старий, да. И зустрічати новий. У вас не будет этого сумасшедшего голода. Вы как бы спокойно уже будете сидеть за столом. И если вы готовите что-то, вот все те же салаты, вы можете их и в обед попробовать, и на ужин, например, съесть. А в 10 вечера, в 11-12 уже отдать предпочтение более легкой пище. Позаботиться о том, чтобы на столе было достаточно овощей. Потому что обычно мы, когда долго сидим за столом, мы как бы не голодны, и мы просто сидим и что-то ковыряем. Если перед нами будет стоять тарелочка с колбаской, мы будем ковырять эту колбаску или там сырочек. А если перед нами будет как альтернатива тарелочка там огурчики, помидорчики, перчик, можно и это погрызть. Потому что когда мы не голодны, нам в принципе без разницы, что мы будем жевать. Нам главное сам вот этот процесс, когда мы сидим за столом, общаемся и сопровождаем это какими-то такими пожевываниями. Так.
А якщо ви кажете, що все-таки протягом дня краще поїсти, аби потім ось цього, вибачте, не було жору, так як це в нас в новорічну ніч відбувається. Тому що протягом дня відбувається дійсно приготування, хтось, хто не встиг ще прибрати, прибирає свою оселю і паралельно готує, якщо це якась велика сім'я, родина. І ось все рівно, знаєте, там десь ти і починає, там десь перекусив котлетку, там десь щось трішки попробував, і це немає такого повноцінного нормального харчування. Як порадити все-таки? Це повинен був бути і обід, і вечеря, має бути і сніданок, тобто із перекусами, чи трішки можна пропустити якісь раціон? Ні, ніяких перекусів тут уже не треба, тому просто, ну, наприклад, да, там, в 10 позавтракали, в 14 пообедали, в 18 поужинали. Ужин может быть легкий. Я не говорю, что вам надо там сесть на ужин, котлет наесть. Ну, так, чуть-чуть что-то, чтобы не было просто вот этого сумасшедшего ощущения к 11-12 ночи, что ты сейчас просто съешь слона и начинаешь запихивать себя. Потому что ты заводнила так, протягом дня не ела, допустим. Ну, так, и особенно, да, бывает. Если вы отмечаете дома, и вы эту еду готовите. Но если вы съедите это оливье чуть раньше, ничего страшного не случится. Но просто логически подумать, что салат с майонезом в 10 вечера для поджелудочной – это не самый лучший вариант. Що ж робити, розумієте, тут з олів'є, тому що, знаєте, в нас асоціація дійсно з Новим роком, це обов'язково олів'є має бути. Салат, нагадуємо, з майонезом. І що я ще хочу сказати, количество. Почему-то люди готовять тазиками олів'є, крабовий салат, шуба, все це в великому количестві. Зачем? Просто зачем? А потом же проблема первого числа доедания. Тебе ну, как да. бы не особо и хочется, а как бы надо это все доесть. Просто готовить меньше. И я вообще рекомендую такую еду, да, там, как оливье, шуба, крабовый салат, не делать ее какой-то супер праздничной. Если вы ее любите, вы можете ее и в другой день тоже съесть. Да, поэтому так. ждать целый год, чтобы наесться оливье один раз и впрок, это не очень логично. Так у нас на Новий рік, ось на Новий рік зроблю олів'є, приготую і тоді буду їсти його і радіти. Розумієте цьому? Чому ж не приготувати в інший дійсно день? Ви праві. І що я хотіла сказати касательно от этих стандартних таких традиційних блюд новогодніх, да, ну, візьмемо за класику олів'є. Як його можна видоизменить, щоб зробити його більш полезним? Так, хотіла якраз вас запитати. Наприклад, вместо колбаси мы можем взять куриное филе, можем взять отварной язык, вот такие аналоги. Можно с семгой сделать оливье или с другой какой-то рыбкой, тоже будет интересно. Касательно заправки, можно сделать майонез, самостоятельно так. домашний майонез, который делается в принципе легко из желтков, оливкового масла. В интернете миллион рецептов, и это достаточно несложно. Так, дійсно смачний. У мене сестра на днями буквально готувала, мне дуже сподобався. Еще проще, если не хочется заморачиваться с этим домашним майонезом, берем греческий йогурт 10%, смешиваем его с горчицей, со специями. Это будет тот же майонез. Вы, в принципе, особо не отличите по вкусу. Поэтому тут надо немножко проявлять фантазию и делать какие-то замены, чтобы, да, ну или в крайнем случае, если вы так любите, да, там классические оливье с майонезиком и прочими всеми ингредиентами, количество. Просто ограничьте себя по количеству. Я думаю, вдасться цього так це попередити, коли дійсно ти будеш їсти і на сніданок, на обід, і вечерю да. прийняти. Тоді в тебе не буде ось цього, знаєте, такого панічного якогось нападку на їжу в новорічну ніч. Ну і в принципі, да, предполагається употребление алкоголя. Перед этим тоже уже лучше не быть голодным, потому что чтобы не увеличить скорость алкогольного опьянения, когда ты на голодный желудок, тут сначала начинаешь пить, потом что-то перекусывать, и вот какой-то такой хаос происходит так, новогодний. Окреме запитання дійсно стосовно алкогольних напоїв, тому що у нас і там святкувати, і загадувати свої бажання, писати на папері, а потім кидати в шампанське у нас є, потім це все випивати і так далі. Тобто в нас вже це стало певним ритуалом, так, бокал шампанського на новорічну ніч. Що порадите? Як правильно, знаєте, вживати алкоголь новорічну ніч, що це за алкоголь має бути
І як можливо, знаєте, попередити ситуацію, аби не був прибір з алкоголем? Я розумію, що це індивідуально від кожного залежить і треба контролювати себе, але інколи в новорічну ніч це важко зробити багатьом. Перша рекомендація – це не бути голодним к этому вот вечернему застолью, подготовиться так, чтобы перед этим что-то покушать, а не целый день голодать. Потом выбор алкоголя. Лучше, естественно, отдавать предпочтение сухому вину, там, просекко, брют, если это шампанское, не отдавать предпочтение сладкому шампанскому. Угу. Если это мужчина, да, там, ну или женщина, которая любит крепкие напитки, то это различные там ром, водка, текила, все вот эти дистилляты, это все тоже можно употреблять, ну, в ограниченном количестве, 1-2-3 рюмки, как бы это для организма, вот, дистилляты, они даже лучше проходят, чем вот такие газированные напитки. Что хуже всего влияет, это различные ликеры, потому что там достаточно много сахара, это такая калорийная бомба. Вот поэтому лучше, чтобы это было сухое вино или шампанское, или крепкий напиток. Еще желательно, если вы знаете, что даже после двух бокалов шампанского у вас на утром не очень хорошее самочувствие, подготовиться заранее, купить бутылочку боржоми и утром так первым делом ее выпить. Это действительно такая очень хорошая рекомендация. Щелочная вода, она нам помогает. Она, конечно, магическим образом не излечит вас от всего синдрома похмелья, но немножко облегчит и вам состояние, и вашему желудочно-кишечному тракту. И еще такой маленький лайфхак – это таблетки янтарной кислоты. Продаются в аптеке, копеечное средство – в день застолья за 4 часа до застолья 2 таблетки, во время застолья 2 таблетки и утром 2 таблетки. И на следующий день они помогают облегчить вот это действие алкоголя на нашу печень и в целом на наше самочувствие. Здається, ми з вами розібралися з новорічним столом, як, що там повинно бути. Але, до речі, ще хочу уточнити у вас. Зараз у нас буде прийдешній рік чорного водяного тигра. Так, і ось кажуть, що тварина полюбляє, аби хоче. Ну, так, аби на новорічному столі було побільше м'яса. Ось як порадити, в якому вигляді краще це м'ясо готувати? І що це краще, аби було? Я завжди рекомендую запікати. Это такой более щадящий вариант. Это может быть утка запеченная. Да? Это достаточно праздничное блюдо. Вот по моим меркам, вот такое рождественское, вот это утка, ну, так, с яблоками. Так, так. Да, и это, ну, не жирное, не очень жирное мясо, не свинина. И достаточно оно интересное, презентабельно выглядит на столе. И в сравнении с обычной курицей, которая как бы более привычный гость на нашем столе, это выглядит как-то эстетично, по моим меркам. Кто-то любит там нежное мясо кролика, кто-то наоборот не любит. Тут надо еще на свои предпочтения. Да, это может быть какой-то запеченный кусочек телятины, такой красивый. Это может быть даже запеченное как буженина, только не свинину запекать, а телятину. Тоже хороший вариант. Ну, стандартная курочка целая тоже красиво смотрится запеченная, поэтому я бы отдавала предпочтение вот именно запеченным вариантам мясных блюд. Они еще жарят и так далее, так, то куда будет и так перенавантажение в новорічну. Да, и различные вот там колбасы я бы не ставила на стол, потому что, в принципе, это еще вот к этому ночному приему пищи достаточно такое утяжеление. Поэтому лучше воздержаться, посмотреть, чтобы на столе было действительно достаточное количество овощей, чтобы были полезные жиры. Это, например, орешки, оливки. Да, это такие вещи, которыми можно перекусить. Они дают достаточно сильное насыщение. Сыр, но тут с сыром надо аккуратно, потому что количество, его можно очень сильно переесть, поэтому лучше отдавать предпочтение твердым, выдержанным сырам, такие как пармезан, например, козий сыр, поменьше уделять внимание таким сырам, как бри, камамбер, которые такие плавятся, они достаточно жирные, и это как бы
утяжелит наш прием пищи, который и так будет явно не диетический в новогоднюю ночь. Так, ого. Ну, слухайте, вже стільки порад. Я вже, знаєте, ви кажете, я вже паралельно думаю, що я тепер маю поставити, що замінити і так далі. Цінні поради. Особисто від себе кажу вам дякую. Але, знаєте, тут вже дійсно розібралися, як з новорічним столом, що їсти, що пити і так далі. Але що ж робити тим людям, які все-таки дали слабину? Все-таки і переїли того олів'є, і так салату крабового, і не тільки, і випили так достатньо шампанського того. Що робити далі? Як можливо виводити свій організм після такого перенасичення їжею? Я обычно рекомендую тем, кто знает, что они не могут себя контролировать вот на застольях, что по-любому они скушают лишнего, и, возможно, это будет такое состояние прям дискомфорта. Вот в начале трапезы выпить какие-то ферменты, ну, мизим, крион. Если вы знаете, что вы не сдержитесь и вам будет плохо, то лучше себя обезопасить и чуть-чуть облегчить организму течение вот этого всего пищевого такого карнавала, я бы так сказала. Это то, что можно сделать в саму новогоднюю ночь. То, что касается на следующий день, ну, логичной рекомендацией было бы на следующий день сделать более такой легкий разгрузочный рацион. Но для многих эта ситуация не реалистична, потому что они видят эти прекрасные остатки вчерашнего праздника. И, ну, як же так, о чем может идти речь? Да? Если вы можете себя ограничивать, или, да, там вы, например, были в гостях, а дома вы ничего не готовили, у вас ничего нету, то тогда более такой легкий, щадящий рацион без жирного, жареного, мучного и, опять же, с большим количеством овощей, потому что нам нужна клетчатка, которая будет помогать это все выводить. Если вы все равно будете продолжать питание, то хотя бы сделать максимально сбалансированный, правильный завтрак. Не начинать До речі, свой... яким він повинен бути, так? Ну, явно не начинать свой день, опять же, с оливье, которым Тому вы що, так, пару дійсно, часов назад закончили. Это может быть обычный ваш завтрак, там, яичко, ну, опять же, тот же бутербродик белковый, с икрой тоже так... имеет место быть, да, там, какой-то цельнозерновой хлебушек, можно даже с маслом. Вместо масла, кстати, я еще использую авокадо. Вот как делать гуакамоле, и на него сверху икру, тоже очень вкусно. Вот яичко, овощи, вот что-то такое, чтобы запустить организм. Так, и... дійсно, тому що потім ми ходимо по... не начинать по... со сладкого ни в коем случае, потому что есть люди, которые в новогоднюю ночь не успели тортик попробовать, они его берут себе на утро, и день начинается, чаем, да, кофеек со сладким. Лучше этого не делать, потому что, опять же, это все приведет к сбою в пищевом поведении в течение дня. Потому что у нас праздник в голове ассоциируется с отсутствием режима. А 1 января – это, в принципе, такой же день, как и любой другой. Да, вы просто, ну, в основном позже встаете, чем в обычный день, потому что, скорее всего, попозже легли спать. Да, но просто сдвигаются ваши приемы пищи, и завтрак, он должен быть таким сбалансированным. И, ну, если вы уже съели, да, там это яичко, съели какой-то бутербродик, можно уже потом и чуть-чуть что-то сладкое съесть на десерт, но не отказываться от основного в пользу десерта или сразу начинать свой день с оливьешки, пирожка и бокала шампанского. Не заміняти їх, так? До речі, як стосовно солодощів, що краще, чи можна якось знайти альтернативу? Або знаєте, коли ти так перенавантажена поїв щойно, і аби не було ще й тортик в кінці, і чи можливо якось фруктами замінити, чи як це можна? Ну, мені кажеться, от ці новогодні праздники, вони завжди супроводжуються нереальним кількістю конфет. Вне зависимості від того, є у тебе діти чи немає у тебе дітей,
все равно все поздравляют, да, даже если какой-то маленький презент хотят сделать, это же либо шоколадка, либо коробочка конфет, так. И каким-то чудом у тебя дома оказывается очень-очень-очень много сладкого. И когда тебе скучно, нет у тебя ты работы, дома, да, так, ты дома, ж... и чаечки, холодно, и ты начинаешь это сладкое подъедать. Я рекомендую, во-первых, не держать его на видном месте, сразу передаривать кому-то. Виндавати комусь другому, да. Так, іншому. Да, если вы знаете, что у вас такая слабость есть, либо выделить себе ограниченное количество и сделать такое правило. Я съедаю в день по две конфетки, например, или кусочек десерта после основного приема пищи, как десерт, да, могу себе позволить. Ограничить это количество, не делать запрет, там, все, я не буду кушать это сладкое. Mm-hmm. Нет, позволить его себе, скушать его в удовольствие. Ведь если мы объедаемся этим сладким, мы не чувствуем никакого удовольствия от него, мы просто запихиваемся в себя, чувствуем этот сладкий вкус. Сделать из этого какой-то ритуал, получить наслаждение от этого, выпить даже ту же чашечку кофе с этой конфетой, но... вот посмаковать это, а не просто пробежал мимо, закинул в себя, как пеликан, три конфеты и пошел дальше, лег на диван. Насолоджуватися. Якщо вже ви так собі вже так дозволяєте і хочеться вам поїсти тих же цукарочок, то насолоджуватися. Да, і касательно заміни фруктами, фрукти, вони повинні бути в нашому раціоні, але це не заміна сладкому, да? І для настоящего сладкоежки ніякая мандаринка не замінить кусок тортика. Вона може його доповнити, супроводити, але ні в якому випадку не замінить. Чоловік просто з'їсть килограмм мандарин и подумать, лучше бы это все равно была конфета, пойду-ка я ее съем. Ну, так и будет, напевно, поэтому так у богатех, вы действительно правильно. Лучше не обманывать себя, а честно задать себе вопрос, чего я хочу? Вот если я хочу этот торт, я знаю, он мне будет вкусный, я получу удовольствие со спокойной душой скушать кусочек и... Це не тільки на праздники. Тому що потім почуття провини, що з ним робити, розумієте? Так, коли вже ти, ах, я не повинна їсти його, але так хочеться з'їм, а потім ти шкодуєш про це. Ну, в цілому, це рекомендація не тільки на праздники, а й в обичній житті. Всі ці вот наші запрети, вони побуждають до того, що ці десерти, вони... обрастают какими-то магическими такими нашими, вот мы их так желаем, кажется, что они такие вкусные, потому что мы их себе запретили. Когда мы их себе разрешаем со спокойной душой, это уже не кажется каким-то таким желанным вау-продуктом, ради которого ты готов на все. Но ты знаешь, тебе это можно, и ты захотел, съел. И всегда я призываю проще относиться к выбрасыванию продуктов. Щоб не було ось те, що ми кажемо, шкода. Так, да, да, тому що нам жалко викинути мусорник, а свій желудок нам не жалко. Почему-то. А потім будеш страждати від цього. Знаєте, хочу наостанок, у нас вже час завершується, вас запитати все-таки після новорічних свят, новорічно-різдвяних свят, там давайте приблизно після 13-го, хай буде старого Нового року, що, якщо людина розуміє, ну ось я нормально так і поїла, і випила так на ці свята, чи не щодня, тому що зараз відбувається потім зустріч по родичах, по друзях, тут похресники, ну ви розумієте, так, я думаю, у кожного така ситуація, і розумію, що треба мені розвантажити мій організм. Що порадите? Порадите якось перейти на правильне харчування і якось розвантажити свій організм, як це повинно бути далі? Аби просто було... возвращатися в режим, слідити, щоб був завтрак, обід, ужин, щоб прийоми пищі були збалансовані. Ні в якому випадку не рекомендую каких-то там жорстких очистительних дієт, клізм і прочих штучок, які... женщины любят практиковать так. С собой после праздников, потому что готовятся к 8 марта, и скоро весна, надо будет влазить в купальники, так, и а они начинают лету, экстренные меры какие-то принимать. Просто я всегда рекомендую как-то составить себе какой-то план, да, если ты знаешь, что у тебя все равно будут такие дни, гости, ну, оставляй хотя бы завтрак, чтобы он был нормальный, сбалансированный, и... это будет хоть какое-то напоминание о том, что какой-то режим есть, и тебе есть к чему вернуться. И помнить об этом, да, что сейчас, да, допустим, эти две недели я не хочу там сильно заморачиваться, что я буду ложить себе в тарелку.
Но помнить про банальное правило: белки, жиры, углеводы в каждом приеме пищи, больше цельных продуктов, меньше рафинированных продуктов, меньше продуктов с добавленными сахарами, более щадящие методы приготовления. Не фанатично зацикливаться на этом, но все равно об этом как-то помнить и стараться сильно не выпадать из такого более збалансированого режиму своей жизни. Пані Христина, я вам дуже завдячую. Завдячую, що нам розповіли ось дуже цінні поради, тому що вони нам ой як пригодяться ось ці новорічні свята. Нагадаю, дорогі телеглядачі, у нас була нутриціологиня, консультантка з питань харчування Христина Граненко. І що ж, я вам всім нам, точніше, я раджу провести правильно ці зимові свята. Залишайтеся на телеканалі Медіа Інформ.